Так, всем здравствуйте. Канал YouTube Республика Бурятия. Лилия Донская. Сегодня, получается, уже 4 июля. Ровно месяцем назад, 4 июня, мы проводили по этой набережной, получается, уборку. Вот такой у нас был субботник. Теперь смотрим, что через месяц. Здесь все было чистенько месяц тому назад. Если кто не помнит и не знает, смотрите прямой эфир за 4 июня на канале Республика Бурятия. Там вот видите, люди отдыхают, и вот такой срач. Это только маленький кусочек. Здесь все было чисто. Обращаюсь к гостям города Улан-Удэ, к жителям, ну я имею в виду гости, которые приехали из районов, к жителям, отдыхающим на берегу. Вот ветром все это сдует, все это пойдет отсюда. Вот. Видите, здесь уже вот такой застой. Вот. Считайте, вот тина, она вот растет, да, грязь. И то, что мы сами люди устраиваем вот такой срач. Видите, вот тут они отдыхают, костры разжигают, жгут это вот, пьют. Вот смотрите. Везде алкогольные, вот уже разбили. Пиво, водка. Вот тут тоже костер жгли. Сидели вот, понятно. Пиво, водка, стаканчики, пластик, мусор. Из-под сока бутылки. Как пожрали, так все тут торт бросили. Но это вот как вот это назвать? Вот как все это вот назвать? Смотрите. Это все маленький квадрат, участок. Но я могу сказать. Обижайтесь, не обижайтесь, кто вот так вот засирает и узнает все вот эти места, где вы здесь вот сидели. Вы просто-напросто шлюхи, суки. У меня слов нету. Шлюхи — это те самые, которые тут бабы сидят, бухают. Срут, блин, прямо там, где живут. Суки — это мужики, которые все вот, короче, мужское и женское, я не знаю. Как вас, просто у меня слов нету. Вы еще скажите, что вы прямо любите свою родину, да? А здесь дети. Здесь мы, вот здесь вот. Ну, я не знаю, народ, у меня нету просто слов к таким мудакам. Ну, блядская ваша душонка. Прийти, побухать, типа так, отдохнуть, все засрать и уйти. Вот ваша сущность блядская.
У меня больше к вам нету никаких, как говорится, лучших слов не найдется. Есть, конечно, похуже слова, но я не буду произносить это в прямом эфире или вообще вот в ролике. Гады, гниды, паразиты.